заходи прямо сюда, на подножку вставай. Осторожно, может. Что на дне?
дверь, открой просто дверь. Женя! Еще раз. 3-4. Женя! Он сейчас отвлекался. Говорит, стой.
Шермана. Канале. Кинологи подъехали, не могут дорогу найти. Могу продиктовать номер телефона, дозвониться не могут. Они и не дозвонятся. Передай им, они все. Они Федотова, Федосова, как там? Я могу вернуться, встретить их. Федоровка уже в СНТ. Я забыл, где они, пока тут дозванивался минут 20 назад, был разговор. Я могу с ней их сейчас встретить, вернуться из леса, встретить их, да-да. Слушай, ну если тебе не трудно, в принципе, так будет легче, а так по СНТ. Принято, хорошо, поеду встречу.
каждом разом. Сейчас он увидит, постарается. Все заняты, а половина пускай вообще на телефон не работает. Я сейчас встречу, а скажите, где вы еще раз. Ага. Ну вы еще на дороге, которая асфальтированная, да? Сейчас скажу. Я вас понял. Хорошо, тогда ждите, я сейчас минут через 10 подъеду. Справа. Да. Ехали. О! Добрый вечер. Кто это? Гриб, гриб. Но не наш. Точно? Да, вроде да. Не потерялись? Здравствуйте. Не заблудились? Не заблудились, говорю? Недавно ходите? А? Недавно, говорю, ходите? Нет, утро. Да. Осторожней. Слишком бодренько.
знали. А напомните, какая обувь была на человеке? Резиновые сапоги. 45-го приблизительно размера. Бежевая кепка. Какой размер? 45-й. Вылезает.